Всех приветствую, всем приятного просмотра, и давайте продолжать. Так, в прошлой серии мы с вами остановились на том, что я добыл одну тупленную ячейку, и сейчас мы пойдем с вами добывать еще одну. Вот она здесь находится. Отправилась в зимний биом, так что давайте не затягивать, а побежали. Попробуем ее добыть. Сейчас по пути придется разобраться с зомбаками и волками, и надеюсь, что у нас получится сразу это сделать, и здесь не будет никаких головоломок и проблем с этим. Так, давай осмотримся. Ага, открыть есть. Сейчас мы тут с вами сохранимся и пойдем дальше. Так, что у нас здесь? Ничего интересного. Здесь, в принципе, тоже, да, так понимаю, ничего нету интересного. Так, зайти. Это что такое? Ворота, ведущие дальше в тюрьму, заперты. Ищите ключ в других частях здания. А взломать я тебя не могу, да? Хорошо. Значит, тут где-то должен быть ключ. Ну, давайте искать. А, это собакин. Так, хорошо, открыть. Картошечка. Так, погоди, а как мне туда попасть? Как мне туда попасть? Блин, а давай посмотрим. Ну, сюда, если я пройду, тут заперто будет, да? Ну да. Я тут никак не пройду. Ну то есть я вот сюда не смогу попасть. Так. Давай смотреть. Интересно, ключ просто будет валяться, либо его нужно вот так разбивать, искать. Или как обычно где-то будет. Так, сейчас, секунду. Нужно будет металл забрать. Да, кстати, не поверите, но в этой игрушке есть крафт базы. Я ее начал строить вот в этом месте. То есть вы нажимаете на правую кнопку и выбираете себе стены, мебель, платформа. Но для платформы нужен камень, а я пока не знаю, как мне камень добыть. Да, кстати, у меня турелька еще есть. Это тоже, я думаю, неплохо. Так. Ага, это просто ящик. А как мне попасть на ту сторону, кто мне скажет? Неужели тут телепорт должен быть какой-то? Так, это стена, стена, стена. Ну хорошо, давай разламывать. Может, я что-то упускаю. И ключ где-то здесь лежит. Ну, мне же правильно сказали, что он на территории где-то находится. Насколько я понял. Так, а ну дай-ка мне ломик. Вот так вот. Так, дай пройти, дай пройти. Блин, ну не может быть тупик. Чё-то я сомневаюсь, что здесь тупичок будет. Хотя давай осматриваться. Так, я ж здесь пройду. Или я здесь упаду. Но даже если туда проберусь каким-то образом, все равно здесь стенка, стенка, стенка. Запертая дверь. Блин. А вот это вот. Это уже плохо. Я не знаю, где мне его искать. Самое интересное, вот здесь я был. Здесь я был. А больше здесь
Ничего такого интересного нету. Возможно, вот сюда пройти нужно и открыть вот эту вот башню связи. И тогда получится. Сейчас посмотрим. Сейчас еще раз зайдем, глянем и побежим в ту сторону. Ну да. Здесь ничего я разломать не могу. Здесь тоже. И дальше здесь никак мне не пройти. Хотя вроде, блин... Должно же как-то быть здесь. Ладно, побежали, значит. Ага, ржешь, да, с меня, падла? Побежали, значит, вон туда, где я поставил точку. Там посмотрим, может, там где-то в полицейском участке оно есть. Ну что, конечно, не прикольно бегать. Всякие кусаки, барабаки попадаются, ну. Что поделаешь. Так, давай смотреть. Давай смотреть, как тут пройти. Угу, вниз. Жаль, честно, то без понятия, где этот ключ может быть. А главное, сейчас в воду не упасть, потому что я себя знаю. Так, здорово. Угу, толстячок. Пойдем на пикничок. Давай, наверное, с ним мы тоже разберемся. Мужички, ты можешь остановиться? Все, все, просто постой. Умничка. Идем сюда. Вроде здесь где-то должна быть станция, не знаю. Вроде я здесь был. Давай вернемся. А потом сюда и пойдем. Посмотрим. Падла. Падла, ты бесишь меня. Да, раз здесь ничего нету, значит, я здесь был уже. Тогда бегим в другую сторону. Блин, мне нужна еще сталь, чтобы прокачать наш котелок. Чтобы я мог себе кимчи сделать и забыть уже про эти рецепты. Бульк. Минус. Так, мост. Ой, ёптвою. Чуть не порвал одежду. Так, хорошо, у нас здесь костер есть. Давай зажигаем. И смотрим, куда мы пришли. Так, мост. Надеюсь, на мосту здесь есть ключик. Потому что если ключ у нас будет в другом биоме, но это будет как-то тупо. Металл мне в любом случае нужен. Как и дерево. Будем фармить вот в таких вот моментах. Так, где тут еще есть? Вот есть. Ну, во-первых, чтобы прокачивать себе топор. А во-вторых, для котелка. Мне сталь нужна. Так, ага, здоровячок, да, тут. Толстячок, пошли на пикничок. Шикарном. Так, смотрим. Смотрим. Что здесь может быть? Ну, кроме волков. Блин, как же хорошо, что у нас собака прокачанная, да? И мы можем спокойно убивать монстров.
Ну что-то мне кажется, что здесь вообще ничего нету, да? Или нет? Или кто-то есть с ключиком? Так, металл. О, вот этого вот надо майкнуть. Есть. Убит новый монстр. Ага. У нас тут новые монстры с вами появились. А у этого монстра случайно ключика нету? Ля, ты падла. Так, ага, тут как-то на другую сторону. И вот башню. Давай башню активируем и посмотрим, может, получится понять, где у нас и что находится. Давай, активируем. Так, а ну покажи мне. Вот тут у нас есть. Так, хорошо. Закрыть. Передатчики. Не, передатчики меня пока не интересуют. Меня интересует посмотреть, что здесь есть у нас. Вот какой-то домик. Здесь пока непонятно. Угу. Ну давай бегим, наверное, к этому дому. Потом этот. Тут посмотрим. Просто реально я без понятия, где мне найти тот ключ. Нужно будет искать. Я, конечно, еще тут бы металла немножко пофармил себе. Разбивал бы вот этот забор бы. Ну, ладно, уже может в следующий раз. Так, открыть. Здорово. Слышь, у тебя тут ключика нету случайно? All misbehavior will be severely punished. This is an automated recording sent from K23. А, да, я еще не знаю, где мне найти с вами этот, как его, трюфелем. В каком биоме мне искать трюфелем? Так, сейчас, пока не мы здесь, давай залутаем. Таким вот образом, пока не мы возле костра с вами. Шикарно. Мне бы какую-то кувалду, я не знаю, либо вообще что-нибудь посильнее. Нет, только не с... Здесь на костер. Из-за того, что они сейчас опять монстры все появятся заново. Блин. Ладно. Придется заново зачищать. Так, минус. Минус, минус. Нужно осматриваться. Не знаю, будет ли тут. Нет. Лежать, либо не будут лежать. А то ведь мне не надо. Искать. Собрать. Хорошо. Так, побежали. Сейчас сразу со всеми разберемся по пути следования, чтобы потом проще было. Возможно, надо было лечь поспать, да? Как думаете? Чтоб утром бежать. Хотя вроде уже рассвет должен быть. По идее. Так, что у нас в колоде желаний? Угу, у меня сейчас нету ни рыбки, ничего. Ну ладно. Так, здорово. Так, рыбный салат. Нет, мне этого не надо. Рыбного салата нам не надо. Батарею разберу в любом случае. Карном. Так, собрать специи, да, наверное, специи у меня там. Хоть продавай уже.
Так, дай посмотреть. Ага, ну тут ничего нету. Значит, бегим вот сюда. Просто если мы сейчас ключ не найдем, то дальше это пройти не смогу. Ля, питомец что-то обнаружил. Погоди. Дай мне лопату. Телепорт найден. Блин, используем. Давай посмотрим. Ага. У нас новое задание, да, с вами? Ну, давай выполнять. Сейчас мне только нужен будет с вами свисток. Ага, свисток у меня есть. Хорошо. Мне свисток нужен. Так, давай смотреть, как мы здесь можем с вами пройти. Хорошо. Наверное, вот таким вот образом, да? А если сейчас сюда передвину? Ага, да. Так. Не, мы в западне с вами. С вами в западне, да? А, не, смотри. Так, а куда нам вообще нужно? Куда нам вообще нужно? А я могу подвинуть? Нет, не могу. Не могу. Так, нам нужно вправо. Дай сообразить. Дай сообразить, что от меня хотят. Хорошо, давай откиснем. Давай откиснем. Мы попробуем заново это все пройти. Ну, здесь по-любому вот таким вот образом. Дальше, а если я перепрыгну? Если я просто перепрыгну. И что мне это даст? А ничего, да, ровным счетом? Оно. Ага. Ладненько. Ладненько. Ну, вроде ж сработало. Хорошо. Делаем вот так. Делаем сюда. Просто если я сейчас здесь вот так сделаю, да, то мне это даст. Ага. Япона. Вроде правильно пошел, да? Либо не. Давай еще раз. Так, раз. Два. Блин, а как мне передвинуть? То есть мне нужно подвинуть вот сюда, чтобы оно сюда не стреляло. Насколько я понял. Могу назад подвинуть? Да, могу. Только что мне это даст? Наверное, ничего, да? Ну да, здесь тупичок. Блин, я ж не успею перебежать. Аж перебежать не успею. Ну да. Не знаю, честно, я без понятия. Возможно, все тут и просто и логично должно быть, но я что-то понять пока не могу, что от меня хотят.
И как сюда пройти? Так, ну это вот сюда. Хорошо. Это сюда. Задвигаем. Ну ладно, я туда перескочу, к примеру. А дальше как? А никак. Мне нужно попасть вот в ту сторону. Так. Пробуем. Рискуем. Есть. Получилось. Вот таким вот образом. И... так, хорошо. Если я сделаю вот так вот. Вроде что-то выходит, да? Да. Отлично. Ага, тупик. Так, есть, ребят. Так, давай вот сюда и вот сюда. Все, вышло. Не знаю, правильно я сделал это, либо неправильно. Really да, у меня получилось. Это что такое? Золотой ретривер. Опыт от рыбалки, скорость рыбалки. Бум. Все, можно домой отправляться. А нужен ли нам золотой ретривер? Ретривер, блять. Короче, собака вот эта нужна нам? Как думаете? Если да, то я могу ее сделать, только отправившись вот сюда, в этот вход. Либо сюда. Ага, вот, в телепорт. Блин, это что такое у нас? Ты кто? Что-то тут подсвечиваешься. Нужно будет сейчас бегать, значит, вот таким вот образом. Вот так вот. И, возможно, сюда добраться, да? А потом уже будем собаку делать. Ну, и тоже, я не хочу ее делать. Меня устраивает моя собакин из-за того, что она у меня... дает плюс к этому. Где ты? Так, шанс уклониться и плюс урон, наносимый домашним животным в ближнем бою. А это скорость бега. Нет, мне скорость бега не нужна. Она помогает мне с монстрами разбираться, наша собакин. Я жарю, если можно было бы сразу три собакины с собой брать, было бы прикольно. Ну, либо хотя бы типа возле базы сделать будку, и чтобы они там жили все. И кого надо, я с собой бы брал бы. А, наверное, увы, такого не будет. Кусай его, кусай. Вот видишь? Опа. Молодец. Сделал пусть. Так, все, отстань. Возможно, желтым подсвечивается место, где мы сможем ключ достать, как думаете? Потому что иногда бегаешь, и оно все логически просто, и ты понимаешь, что тебе нужно. Иногда даже не знаешь, что его и делать. Все, хорошо. Нам, по-моему, скоро жарко станет, да? Это же уже не зимний биом. Наверное, нам скоро жарко станет, нужно будет потом переодеться. Хотя, что тянуть? Что тянуть, если мы можем взять шапку и... вот так вот. Все, побежали. Побежали, побежали. Здорово. Ага. Давай их зачистим. Давай их зачистим. Заберем металл.
Хорошо. Мы пошли дальше смотреть. Так, минус, минус, минус. Блин, интересно, что там подсвечивается? Ага, а вот это вот опасно, эти пуля. С ним нужно быть аккуратным. Вот таким вот образом. Так, тут у нас... Ага, заблокировано. Я так понимаю, значит, где-то здесь ключик должен быть, да? Ну, по логике... Где-то должен быть здесь ключик, а во-вторых, где-то здесь костер должен быть. По идее. Так, мне нужен ломик. Блять, он так ржет прикольным. Так, хорошо, отходим. Е-бэйби. А можно мне костер? Или костра тут нет у нас? Блин, костра тут нету, да? Жалко. А здесь куча всего интересного. Чтобы я залутал бы. Так, где тут вход? Вот так вот, отлично. Закрыть, открыть. Так, ну тут толчок, да, это я понимаю. Ага, тут металл. Открыть. Ой, прекращай. Так, у кого из вас ключ? Мои крикуны хорошие. А вот и ключик, да? Это ж это оно? Учреждение, правильно? Где? Вот, учреждение, да. Этого места, хорошо. Шикарно, предлагаю туда, наверное, и бежать. Так, дай пройти, дай пройти. Нужно ли тут открывать, как думаешь? Ну хорошо, давай зачистим. На всякий пожарный. Слышь, как мне с тобой разобраться, алё? Вот таким вот образом. А можно мне костер, пожалуйста? Я хочу сохранить все эти вещи, которые у меня здесь есть. Так, лучок, морковка. Блин, нужно будет, наверное, без записи потом сюда еще раз прийти. Так, хватит рожать. Покажи мне, тут костер есть, либо нету. Давай еще раз пройдем вперед. Тут мне ломик нужен. Хорошо, но тут уже топорик. Так, ля, ты крыса. Так, отстань от меня. Что тут заперто? Что тут заперто? Что тут? Что тут прячет от нас? Зачистили, зачистили. Отличненько. Ага, заперто, заперто. И как мне попасть? Так, нет, не сюда, не сюда. Ага, вон вижу дверку. Сейчас давай уже зайдем, посмотрим, что там у нас находится. С закрытой дверкой. Ну, вроде ничего. Мне бы трюфели найти. Холодильники. Было вообще прикольно. Я уже закончил с этими заданиями насчет готовки. Было вообще шикарно. Так, отлично. Не могу понять, почему здесь нету у нас костра. Хотя, по идее, он должен быть. Просто реально сюда потом далеко возвращаться будет. Так, давай еще раз осмотримся. А, вот костер есть. Все, ребят, шикарно. Сейчас, секунду. Давай тут сейчас все скинем. Зажжем костер.
есть. И нужно будет потом сюда вернуться и полностью все зачистить. Так что побежали. Откроем сейчас дверку, заберем с вами топливный... Этот как генераторчик, что-то, топливная ячейка. Стой. Ага, тут холодно. Окей, оденем шапочку, оденем так. Да, у нас, кстати, там новый чертеж появился, шлем какой-то. Мотоциклетный шлем появился. Так, где мы, куда нам нужно? Вот сюда нам нужно. А мы находимся... Сейчас налево, за мостом. Я думаю, мы здесь, наверное, просто пробегим. Сейчас налево и до моста. Вот тут у нас костер. Шикарно, побежали. Я же говорю, нужно будет вернуться в тот городок. Зачистить его, во-первых. А во-вторых, зафармить полностью все материалы, которые там есть. И я бы еще хотел понять бы, как нам бы тут камушек с вами добыть бы. Все, отлично. Как бы нам еще камушек добыть бы, и было вообще шикарно для строительства нашей базы. Вот, камни есть, вот смотри, видишь? Невозможно нанести урон этим предметам. И вот камень есть. Только каким предметом мне нужно урон наносить, если бы я еще знал бы. Я не туда пошел. Возможно, здесь будет кирка. Возможно, кирка будет, и тогда мы сможем это делать. Нужно будет потом бегать фармить. Потому что баску я-то построил, там 2x2 домик. Но хотелось бы себе огромную базу сделать. Так, здорово. Привет. Заходим. Открыть, отлично. Угу. Так, задание выполнено, хорошо. И как мне к вам попасть? Так, забрать. Есть. Невозможно. Почему невозможно? Ага. Вот так возможно. Хорошо, давай. Тогда тебя вот так откроем. Падла. Так, топорик. Угу. Своими культяпами тут махают. Всем прекращай. Что у нас здесь? Ну, у нас тут в основном керамика будет. А мне нужно куда попасть? И нужно ли мне сюда вообще попадать? Так, мы нашли с вами суп. Хорошо, а где находится ячейка? Вот это вот. Как мне дальше пройти? Ага, вот вижу. Да. Ты злой и страшный серый волк, да? Я это все понимаю. Так, отлично, шикарно. Ага, опять этот робот. Только знаете, что, наверное, что мы сейчас с вами сделаем? Мы турельку поставим. И пусть турелька с ним разбирается. Смотрим. Турелечка. А, я такой умный, да? Турелечку я поставить не могу, хорошо. Тогда нужно... Не то сделал. Мне нужна аптечка, вот. Я такой сейчас поставлю турелечку. Там все будет красиво. Так, собакин, помогай.
Так, а че собаки не помогает? Потому что, наверное, я что-то ему не то приказал, да? Все, отлично. Собаки, нападай на него. Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихонечко. Так, отходим. Есть, шикарно. Теперь отходим, это уже не шикарно. Ага, тут закрыто. Там закрыто. Блин, мне, наверное, ой, использовать бы аптечку, да? По-хорошему. Блин, вот вроде и не сложно это задание. Но единственное, что очень долго вот этим вот топором с ним разбираться. Если можно было бы турель поставить, было вообще шикарно. Я скажу, если можно было бы турелька поставить, было вообще отлично. Так, вот это вот мне уже не нравится. Еще чуть-чуть. Ля-л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 я. Что это такое? Е-бэйби. Случайно нажал, что собака просто остановилась. И не помогала нам. Так, есть. Вторая топливная ячейка. Появилось. Хорошо. Смотрим, что у нас здесь. А где я был? Не помните? Куда я хотел сбегать, зафармить? Не сюда ли? По-моему, да? Мы отсюда пришли. Да. Нужно сейчас будет вот сюда сейчас бегать. Пофармить немножко. И дальше уже бежать, получается, в эту, в левую сторону, наверное, за этими ячейками, да? Потихонечку открывать наши вышки и продвигаться дальше. Просто из-за чего я фармлю вот такие вот городки, мало ли, может там будет какой-то рецепт новый, может еще что-нибудь интересное. Так что в любом случае нужно будет задержаться в таких городках. Да плюс материалы есть, нам пригодятся в любом случае. Хотя тоже строить огромную базу себе, ставить там турельки, не знаю, есть ли смысл, если мы будем с вами улетать. Но, возможно, и есть. Я просто не знаю, как мне попасть конкретно на улицу. Из-за того, что там костер где-то горит. Так. Как мне отсюда выйти? А тут тупик. Ну, то есть мне нужно попасть за эту территорию. Потому что видели, там был костер. Так, как я сюда вообще зашел? Стоять. Есть. Шикарно. Как мне попасть за территорию? Там же должен быть проход какой-то. По логике. Либо не должен. Вот, видите, тут костер. Мне надо как-то туда попасть. Ага, вижу как-то. Все, дожишь? Так, открыть. Открыть. Да, есть, хорошо. Давай зажжем. Сложим все сюда. Здесь вроде бы больше уже ничего нету интересного, да?
Ну да, чисто будет пластик. Пластик и детали. Так, выходим. Давай заберем тут металл. И отправимся с вами фармить. Так, хорошо. Дай сюда, дай сюда, дай сюда. Нет, не садись за костер. Угу. Так, чертежи. У нас появился с вами... Что это там? Так, набедренная повязка для хранения дополнительного метательного оружия. Это мне не надо. Вот это у нас комнатное растение, декорация для нашей базы. Есть, хорошо. Кухонная мебель. Делаем. Так, что это? Внутренние стены. Кухонная техника. Ля, то есть мы можем... Аксессуар для питомца. Ребята, я в любом случае это буду делать. Хорошо. Кухонная техника. Нет, мне это не надо. Что это у нас здесь? Сталь 10. Рубящий урон. Плюс 8. Рубящий урон, это, я так понимаю, топора, да? Ну, ладно, нам это все не надо. Так, новые строения разблокированы. Ага. Хорошо. Разблокированы, так разблокированы. Давай, побежали домой. Точнее, фармить побежали. И в следующей серии уже с вами мы... Ага, получил по хребту. Получил, да, по хребту? Как отсюда выйти? Вот так вот. Все-все-все. Дон достала библиотека. Так, где отсюда выход? Угу, вот выход. А в следующей серии уже пойдем просто пооткрываем вышки. Ну, либо я побегаю, пооткрываю вышки, посмотрю, если будет что-то интересное, то начну запись. Если нет, то уже когда мы подойдем к третьему нашему вот этому вот топливному ячейке, тогда уже и начнем запись. Так, отлично. И нужно будет как-то найти, где, я не знаю, для рубки камня вот этот инструмент. Ну, по-любому должна быть какая-то кирка, правильно? Но не может быть же гаечный ключ. Так, а ну стой, погоди. Не лопата, точно. Так, квест, инвентарь, лопата. Угу. Давай посмотрим вот так. На гаечный ключ, мало ли. Так, увеличить урон до 80. То есть я смогу увеличить урон до 80 и тогда... А где у нас костер? Давай посмотрим. Давай посмотрим. Вот костер. Могу ли я сейчас до 80 увеличить? Так, модернизация. Железо. 35-41. Но я просто не хочу тратить сейчас железо и лом. Если честно. Мало ли у нас реально там кирка появится, и тогда я смогу это все делать. Навряд ли, конечно, она здесь есть. У нас из оружия осталось все, то есть обмотки для рук остались, топор, а кирку я здесь не вижу, но битой навряд ли, да, мы сможем это с вами делать. Бетонная платформа, свисток, перчатки, магнит. Сканер монстров нам тоже пока мест не нужен. Капканы, ягоды, железо. Нет, железо лучше на сталь потрачу. Даже не знаю.
41, потом 51, а мне 60, да, надо, да? Мне, по-моему, до 60 нужно его поднять. Так, отстань. Отстань. Просто хотелось бы реально заняться своей базой. Урон до 60. Ребят, как думаете, стоит ли попробовать потратить на этот гаечный ключ, этот вот, для добычи камня, прокачать, либо в дальнейшем у нас будет что-то другое? А ладно, давай попробуем, мало ли. Просто реально будет обидно, если я сейчас это сделаю. У нас в дальнейшем будет какое-то другое оружие. Хорошо, гаечный ключ, давай мне. 41. Ага, сталь 8, вот за что я говорил, ребят, 47 будет. Не, ладно. Ладно. Нам такого не надо. Тогда мы выбираем. Потратили зря с вами металл, конечно. Ну, что поделаешь. Так, что у нас здесь? Топор. А здесь у нас пусть будет... Даже не знаю, что... Ну, пусть лопата будет. Ладно, все. Всем спасибо за просмотр. Я пошел фармить. Когда фармлю, как пойду в какое-то другое место, когда будет что-то интересное, то я сразу начну запись и следующую серию. Все, всем мур-мур, пока-пока и до потом, ребят.